В городскую 9-ю и школу села Старый Кривец к началу учебного года строители вдохнут новую жизнь. Сельское учебное заведение особенно нуждается в обновлении. Ремонта здесь не было 45 лет. В этом году на капитальный ремонт школы будет затрачено на 14 миллионов 983 тысячи рублей. Уже закончена практически кровля, выполнен монтаж кровли на основном здании. Также уложили плитку в коридоре второго этажа, подготовлены к покраске учебные кабинеты второго этажа. Некоторые школьные кабинеты уже практически готовы, хотя сделать предстоит еще многое. Необходимо смонтировать подвесные потолки и обновить отопительную сеть, покрасить учебные классы, мастерские и столовую. Будет закуплено оборудование на 7,5 миллионов рублей. Это и школьная мебель, и оборудование для школьной столовой, мастерской, спортивного зала и библиотеки. Школа в Старом Кривце рассчитана на 320 мест, но сейчас здесь учатся меньше 50 учеников, не считая классов дополнительного образования. Может быть, с обновлением школы придут и новые ученики. Дмитрий Газин, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События. Новозыбковский район.